Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И этот ролик будет из двух частей. Первая небольшая такая поправка к тому, что и как нам делать в этом блоге. Просто в чем тут небольшое замечание. Ребята и девчата, вот смотрите, я показываю все время почту, на которую приходят заявки на регистрацию в проекте. Всех вас прошу, когда вы заполняете эту форму, отправляйте один раз проделывайте операцию, потому что вот эти вот две последние заявки от одного и того же участника. Вот давайте я вам открою. Вот первое, вот это Виталик, и здесь вот, чтобы разницу увидели, здесь написано на латинице, а здесь то же самое. Вот Виталик, участник тот же самый, но написано по-русски, ну, чтобы вы убедились, что две заявки от одного человека. И к чему это? Говорю, вот, допустим, ну, может кто-нибудь из вас посчитать, что тут 10 заявок, а в структуре 8 человек, да, например. И чтобы у вас не появилась мысль, что я кого-то там куда-то налево под себя зарегистрирую. Такого не будет, просто форма действует безотказно. Заполняйте ее один раз. Вот, кстати, Виталик уже сразу подстроен под участника по имени Голуб. И вот таким образом, ну, в том порядке, кто раньше кого подал заявку. И вот на этом по вот этому блогу все. Отправляйте заявку один раз. Все действует четко и безотказно. Вторая часть ролика вот о чем. Вчера одна из зрительниц канала выслала ссылку на вот этот ролик, где парень по имени Жозеф, вот если вам видно, вот на этот ролик говорит, что InfiniAI это полный развод, и попросила высказать мое мнение. То ли у нее времени не было, она женщина занятая, то ли, не знаю, по какой-то причине, она просто не обратила внимания. Вот смотрите, здесь InfiniAI полный развод, а здесь почему надо строить бизнес на Amazon. Интересное, да, такое совпадение. В этом ролике, который 2 дня назад выставлен, рассказывается, что InfiniAI это полный развод, а вот в этом ролике, которому уже 7 месяцев, человек предлагает строить бизнес на Амазоне. Под этими роликами есть ссылка на его блог, вот это его сайт, его блог. И переходим сюда, и нам становится все понятно, как вы можете построить бизнес на Амазон, не выезжая из России. И ваше имя, получить доступ. Человек, здесь книга Роберта Киосаки «Амазон миллионер», давно занимается этим. Вот моя история, очень интересно, я прочитал. Кому будет интересно дополнительно, но этот сайт у меня в закладках, потому что парень действительно занимался торговлей на Амазоне, получал неплохие прибыли и занимается обучением торговли на Амазоне. Личный коучинг, обучение, и все это, естественно, не за бесплатно. Не за бесплатно. И понятно, что существование платформы InfiniAI, ну, ударяет по его бизнесу, скажем так, по личному его бизнесу. Но то, что даже он не отрицает, что бизнес на Amazon необходимо строить и выгодно строить, это всем нам на заметку. Вот на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.